Меня зовут Никита, я приехал в ультравыхлоп. Приехал я по рекомендации своего начальника из детейлинга, в котором работаю. У меня была не то чтобы проблема, наверное, такое некое желание при покупке данного автомобиля Geely Coolray сделать какой-то необычный выхлоп, потому что штатный выхлоп, ну, честно говоря, не дает каких-то приятных ощущений. Вот, потому что, находясь во всей автомобильной тусовке, хочется что-то сделать и со своей машиной. В первую очередь звук. Звук очень сильно выделяет машину и в потоке. Просто когда она стоит, там бурчит, там бррррр. Ну, почти как вот этот звук. Хочется максимально добиться какого-то хорошего звучания. Не громкого, не тихого, вот что-то средненькое, чтобы и на скорости было приятно ездить. И, соответственно, было приятно услышать этот звук где-нибудь в тоннеле или разгоняясь со светофора, получить какой-то небольшой драйв. Как таковая машина, если рассказывать про нее, она вполне меня устраивает. Короче, убирает глушитель, ставит резонатор, меняются насадки. Насадки будут черные, не хромированные, потому что изначально у меня как бы стояла задача сделать именно, чтобы это были черные насадки. Также предварительно я в своем детейлинге Geekcar затянул машину в полиуретановую пленку, в матовую, она была серебристая, глянцевая, и покрасил диски в черный цвет, заводские. Студия находится на Перекопской 34. Студия называется Geekcar. Там осуществляется полный перечень работ по детейлинг-услугам. Полировка, установка полиуретановой пленки, окраска, окраска салона, химчистка. В общем, все. Кодовое слово – ультравыхлоп. И что будет? Будет скидка 10%. В общем, я надеюсь, что все будет очень круто. Ребята толковые, сделают все как надо. Приезжайте. О том, что я слышу сейчас, в принципе, я достиг того результата, точнее, ну не я, а ребята из ультравыхлопа достигли того результата, который я хотел получить изначально. То есть это достаточно умеренно тихий звук при стабильных холостых оборотах, приятный тембр звука при повышенных оборотах, уже начиная где-то с 3000. То, что я хотел получить, я получил.